С победного финала в Кубке европейских чемпионов по пляжному футболу прошло всего два дня. До начала чемпионата России осталось меньше суток. Уже завтра петербургский «Кристалл» проведет первый матч внутреннего первенства. Сегодня на пресс-конференции в новой арене журналисты увидели трофей из Италии. Правда, стоял он на отдельном от спикеров столе, словно подтверждая слова наставника команды Александра Елизарова. Евротриумф в прошлом, теперь нужно думать только о чемпионате страны. Сейчас конкуренция за место в составе высокая, так что решать, кто появится на поле, рулевой «Кристалла» планирует перед каждой конкретной игрой. Причем к встречам на своем стадионе настрой особенный. Не забыты прошлогодние домашние поражения от «Локомотива» в полуфинале Кубка России и от «Ротора» в матче за третье место. К этому вопросу относимся серьезно, и в этом году как раз очень сильно мотивированы, чтобы выступить именно дома успешно, потому что это проблема, которую надо решать, мы этому вопросу уделяем особенное внимание, да, подготовки, психологические подготовки к домашним играм. Наоборот, что какая-то психологическая возвышенность сейчас у ребят, у всех, а то, что какие-то нагрузки были сложные, я думаю, с этим справимся, поэтому никаких проблем не будет, будем биться в каждой игре. На домашнем этапе нашему клубу предстоит провести 5 матчей за 5 дней, но на своем песке у хозяев есть небольшое преимущество. Игры с участием «Кристалла» стоят в расписании последними и будут начинаться в 18:30. Исключением станет только завтрашняя встреча против московского ЦСКА. Стартовый свисток команды и болельщики услышат в 19 часов ровно.